Приветствую вас, вы, конечно, большая молодец, что обратились за помощью к специалистам, вот, потому что справиться с этой проблемой, которая у вас появилась, достаточно сложно в одиночку, но если с ней не справиться, то отношения вы можете потерять, и молодого человека вы своего можете потерять, в общем и целом тоже, вот. Поэтому я думаю, что вы большая молодец, что обратились за помощью, но это только лишь начало, вот, потому что предстоит определенная работа вам с ревностью вашей, вот, предстоит работа с уверенностью в себе, с самооценкой, вот, возможно, с вашими страхами, ну, как то, например, страх, допустим, потерять человека, да, как то, допустим, например, страх остаться одной, как то, например, страх, что кто-то может быть лучше вас. То есть это определенное такое получается сравнивание. Да, то есть постоянное сравнивание себя с другими людьми, вот, что, конечно же, крайне тяжело и болезненно сказывается на вас, да, и на том, как вы, выстраиваете свои отношения с, ну, мужчинами, в том числе, вот. То есть вот такая история. Что касается доверия, здесь тема в том, что в первую очередь доверять нужно себе, не кому, да, не молодому человеку, а себе. И верить тоже себе, верить себе, своим чувствам, своим эмоциям, своим переживаниям, своим, в общем, себе нужно верить. Если вы себе не верите, то рискуете очень быстро вот, попасть в определенную ловушку, вот, которая, в общем-то, в какой-то степени вы уже находитесь. Да? То есть вы уже находитесь в какой-то степени в этой ловушке, потому что, если бы вы доверяли себе, то вас все было бы хорошо. Вот. Так что вы, к сожалению, не доверяете вот сами себе. И, к сожалению,
не верите сами себе, не верите до конца, что вы ценны, что вы важны, что вы значимы, что вы привлекательны. Вот. К сожалению, ничему этому вы не верите. Вот. Ну а если вы этому не верите, да, если вы этому не верите, то, ну, соответственно, как в таком случае вы можете выстраивать отношения, да. Ну, я имею в виду такие вот конструктивные отношения. Ну, к сожалению, никак. Вот. И отсюда, собственно, и проблема. Вот. Поэтому скорректировать их проблемы ваши является, собственно, нашей задачей как психологу. Вот, ну, при условии, конечно, если вы этого хотите, при условии, конечно, если у вас есть такое желание, при условии, конечно, если вы готовы работать в этом, ну, в этом направлении. Потому что, ну, очевидно, что если нет, то если вы не хотите ничего делать, то ситуация особо не изменится. Вот. Просто потому что нужны перемены. Вот. И, наверное, основной момент это вот, к чему подходит ваша ревность. Это вот такой, ну, практически, можно сказать, аспект, к чему вас входит ваша ревность, конкретно именно, к чему вас входит ваша ревность, почему вы ревнуете, почему вас, почему вы считаете, что кто-то вмешивается там, допустим, в вашу личную жизнь, вот, как это возможно, например. Вот, ну, это все очень важные аспекты, которые, на которые нужно обратить ваше внимание. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Я надеюсь, что ситуация разрешится, и вы найдете выход из нее самым лучшим образом.